Подготовка к конкурсу проходит несколько этапов. Первый этап – это изучение дефиле, далее у нас будет фотосессия в интересных разных образах, а также наставники готовят своих детей выступить сольные номера, сольные композиции на финале. Сегодня мы проводим первое групповое занятие, первая постановка дефиле для нашего конкурса. Участницы познакомятся с наставниками другими, познакомятся с хореографами, с постановщиками, познакомятся с прошлогодними победительницами конкурса. Такое сегодня у нас ознакомительное занятие. Я считаю, что конкурс «Мисс Лидер Шоу» дает детям развитие, ответственность. И, конечно, они растанцовываются и становятся личностью. Победа в конкурсе «Мисс Лидер Шоу» 2015 мне дала больше возможностей в моем любимом деле. Участвовать в конкурсе «Мисс Лидер Шоу» и победить. Сегодня мы на тренировках репетировали дефиле и учили позировки. Мне сегодняшнее занятие очень понравилось. Мне кажется, у всех шансы равны, так как все девочки очень сильные. Победа в этом конкурсе даст мне кучу позитивных эмоций, а также стремление вперед. Мне понравилось абсолютно все, как мы дефилировали. Мне очень понравился преподаватель наш, который сегодня нам преподавал. Если я выиграю в конкурсе, то получу корону. Я очень хочу победить в этом конкурсе. Радио «Мост» из Новосибирска приветствует всех, кто сегодня слушает нас на сайте, естественно, radio-mos.rf. Как и заявляли друзья, встречаемся с организаторами творческого конкурса «Мисс Лидер Шоу 2016». Здесь Виктория Казадаева. Вик, привет тебе, здравствуй. Здрасте, здрасте. Все прекрасно, слышно, великолепно. Виктория, между прочим, у нас победитель и призер международных соревнований по танцевальному шоу, танцор балета «Лидер Шоу» и наставник проекта. Компанию Виктории составит Алина Столярова. Привет, Алина. Здравствуй тебе. Участница балета «Лидер Шоу» и постановщик конкурса «Дефиле», да? То есть помогаешь участницам сделать красивый выход. Именно. И мы с собой в компанию позвали человека, который уже блистал, знаете ли, в рамках проекта и творческого конкурса «Мисс Лидер Шоу», правда, в прошлом году победительница конкурса «Мисс Лидер Шоу 2015» Алина Маслякова. Алина, привет тебе. Здрасте. Потихонечку будем узнавать у вас все подробности конкурса «Мисс Лидер Шоу 2016». Финал, между прочим, друзья, 7 марта в Сан-Сити, 18:00.